Начнем пятую лекцию по третьей и четвертой книгам царств. В третьей книге, четвертой главе, с 1 по 6 стих говорится о главных чиновниках Соломона. Как он их использовал? Время Соломона было самым богатым и изобильным во всей истории Израиля. Как написано в 4 главе, 21 стихе, он владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до границы Египта. Как написано в стихах 24 и 25, люди жили очень счастливо. Это было время мира с другими народами. Иудея и Израиль жили в безопасности, каждый под своей смоковницей и виноградником, от Дана до Версавии. Бог позволил нации расти. Он дал мир с другими народами. Соломон получал дань, и нация росла. Бог также дал Соломону хороших начальников. Приставники, упомянутые здесь, были хорошими управляющими. Все это происходило потому, что царь Соломон следовал путем веры, которым ходил его отец. Его главные управляющие описываются вплоть до 19 стиха. Все перечисленные здесь, скорее всего, не служили Соломону с самого начала его правления. Стихи 11 и 15 говорят нам, что приставниками стали зятья Соломона. Если он пришел к царствованию в возрасте приблизительно 20 лет, это заняло бы много времени, чтобы жениться, иметь детей и приобрести зятьев. Учитывая это, вполне возможно, что стихи описали самых прекрасных управляющих за его 40 лет правления. Стихи с 1 по 6 представили главных управителей Соломона, и они также были во времена Давида. Это Садок и Авиафар, Ванея и Нафан. Соломон высоко ценил почтенных чиновников. Он не отмахнулся от них, а высоко ценил тех, кто был при отце. Он также был высокого мнения о их сыновьях. Это был ключ к успешному царствованию Соломона. Сын Сивы, сын Ахилуда, сын Нафана, сын Авды. Мы должны научиться вести за собой людей.
Почему сын Соломона, Равоам, потерпел крах? Потому что он не слушал пожилых старейшин, но вместо этого внимал словам молодых людей. В стихах с 1 по 6 упоминаются 8 позиций руководителей. Первым был записан священник. Вот почему Соломон был благословлен. Видя это, мы можем понять, что сердце Соломона было сосредоточено на жертвоприношении Богу. Он был поклонником в сердце. Как только Соломон стал царем, он пожертвовал 1000 всесожжений на высотах в Гаваоне. Благословляется тот, кто отдает приоритет жертвоприношению и поклонению. Кроме того, учитывая тот факт, что священник был записан первый, мы можем видеть, что Соломон из числа своих служащих больше всего уважал священника. Это также показывает, что царь получал много рекомендаций именно от него. Во-вторых, он вводит писцев, которые фиксировали на бумаге все необходимое. Два сына Сивы стали такими секретарями. Это Ахия и Елихарев. Они считали свои дары и способности достойными и совершенствовали их. В-третьих, деописатели. Эти люди записывали историю. Такая работа не доверялась любому. Она поручалась тем, кто имел большой опыт и на самом деле пережил события, которые записывал. Какой бы деятельностью мы ни занимались, в ней нужно быть специалистом. К примеру, если отец мастер в определенной области, его сын может научиться у своего отца и стать специалистом в этой области. В-четвертых, военачальник. Это Ванея. Он был очень хорошим человеком и отличался верностью. В снежный день Ванея спустился в ров, чтобы убить льва. Он был главным телохранителем Давида. Ванея стал главнокомандующим во времена Соломона. Он был неизменным. В-пятых, священники. Это Садок и Авиафар. Два старца. Хотя Авиафар не был особенно полезен, царь Соломон назначил его от щедрого сердца. Он проявил к Авиафару милосердие.
Таким образом, Соломон высоко ценил старейшин. В-шестых, начальники над приставниками. Они были сопроводителями царя. Такими людьми стали сыновья Нафана. Нафан был верным человеком. Он упрекал Давида, когда тот совершил грех. Его старшего сына поставили во главе приставников. В стихах с 7 по 19 12 приставников над всем Израилем должны были доставлять продовольствие. Ими руководил сын Нафана. Его второй сын был сопроводителем царя. Он выполнял функцию советника. Поскольку отец вел праведную жизнь, его сыновья были использованы для высоких целей. В таком же положении были сыновья Сивы. Когда мы сохраняем нашу веру, Бог позволяет нам быть использованными в качестве головы, а не хвоста. Мы должны быть приемлемы для хороших целей. Авраам сохранил свою веру и был назван другом Бога. Моисея Господь также считал своим другом. Бог поднимает нас, когда мы храним веру. В-седьмых, дворцовый управляющий. Он отвечал за дворец. В-восьмых, главенствующий над силовым отделом, отвечающим за налоги. Итак, здесь были упомянуты 8 различных руководящих постов. Стихи с 7 по 19 говорят о 12 приставниках Соломона. В действительности эти люди были назначены для снабжения Соломона и всей царской семьи. 12 округов не подразделялись в соответствии с 12 коленами. Они были разделены по особенностям культур каждого района. Весь Израиль был разбит на 12 частей. В зависимости от расположения – север или юг, Приморье или внутренний регион, местная продукция и фрукты. В земле иудейской в каждом регионе и каждом сезоне произрастали особенные культуры. Соломон назначил 12 приставников, чтобы они обеспечивали царский дом продуктами по одному месяцу в году. Соломон разделил всю землю на 12 специальных областей. В каждом районе
он назначил руководителей и возложил на них ответственность управлять на своем месте. В стихе 8 описано, что из 12 районов Бен-Хур руководил на горе Ефремовой. Ефрем располагался к северу от Иерусалима и был производящей областью в центральной области Ханаана. Земля там не была хорошей, но она была такой в начале, а позже израильтяне разработали ее, и затем уже земля стала плодоносить лучше, чем во всех остальных регионах. Гора Ефремова была землей, которую получили сыновья Иосифа. Книга Иисуса Навина, 17 глава, 15 стих, говорит, что это была земля ферезеев и рафаимов. Иисус сказал, что они должны были пойти туда и очистить землю для себя так, чтобы она давала особые культуры. Сначала людям Иосифа многого не хватало, и они жаловались. Они были в унынии, потому что враги имели железные колесницы. Бог тогда дал им силу и был с израильтянами. Он сказал им идти в гору. Люди говорили, что страна с лесистыми горами станет хорошей землей. Им было сказано, что даже если их враги имели бы железные колесницы, Бог изгнал бы их. Народ повиновался распоряжению Иисуса и сделал землю плодородной. Горная страна Ефрема среди 12 районов стала такой плодородной, что это упоминалось перед другими округами. Подобно этому, мы тоже должны иметь веру, чтобы сделать свои земли хорошими. В 10 стихе правители округов стали приставниками. Те, кто мог управлять и руководить районами, стали главой. У нас должна быть вера, как у лидеров. Стих 11 говорит о Нафаф-Дор. Управлял им Бен-Авинадад. Он стал зятем Соломона. Бог почитает тех, кто хорошо правит землей. Ваана, который упоминался в 12 стихе, был хорош с трех сторон. Он был ответственным за землю от Бефсана до Абел-Михола. Ваана достиг Иокмеам. Он отвечал за многие земли. Бог использует опытных руководителей, достойных управлять целыми землями. Господь будет прибегать к помощи тех, кто в конечном итоге достигнет конца земли. Он использует таких людей.
Эти руководители получают привилегию обеспечивать продовольствием царскую семью. Неправильно останавливаться на полпути. Мы должны иметь веру, чтобы претерпеть до конца и остаться верными. Стих 13 говорит, что в Рамофе Галаадском управлял Бен-Гевер. У него также были поселения Иаира, сына Манассии, и области Аргов в Вассане. Он управлял 60 крупными городами-крепостями со стенами и медными затворами. Его зовут Бен-Гевер. Мы должны быть квалифицированными, чтобы стоять во главе дела. Нужно быть способными. Иаир был героем из колена Манассии. Земля, завоеванная им, позже была под правлением Бен-Гевера. Книга Судей, 14 глава, 14 стих, говорит нам, что из ядущего вышла ядомая. Это тайна для верующих в Иисуса Христа. Мы должны съесть дьявола и грех. Когда сделаем это, выйдет сладкое. Мед вытек, когда Самсон убил льва. В этом секрет, что сладкое исходит из сильных вещей. В 14 стихе Маханаим также имел свои местные продукты. Его губернатором был Ахинадав, сын Гидо. Вторая книга Паралипоменон, 9 глава, 29 стих, говорит нам, что Гидо был провидцем. Его сыновья стали успешными. Сыновья провидца оказались благополучными и достигли успеха. Если мы сохраним свою веру, наши сыновья будут как у Ахинадава. В 15 стихе земля Нафаналимова была расположена на самом севере Израиля. Его управляющим был Ахимаас. Мы можем видеть во второй книге царств, 15 главе, 27 стихе, что он был сыном первосвященника Садока. От него пришел приставник, который был поставлен во главе важной работы. Ахимаас был зятем царя Соломона и сыном первосвященника. Из-за того, что его отец сохранил свою веру, он не только стал руководителем, но и зятем царя. Садок был верным, неизменным и очень правдивым человеком. Потомки таких людей получают благословение. Их сыновья будут блаженны.
стихе 16 сказано, что Ваан отвечал за Асир и Баалов. Он был сыном Хушая, друга царя Давида. Потомки праведных людей получают благословение. Стихи 17 и 18. Здесь говорится, что обеспечение приходило из земли Иссахаровой и Вениаминовой. Отсюда мы можем знать, что любой регион способен выращивать особенные культуры. В 19 стихе Галаад был землей, которой управлял Сигон, царь Аморейский, и Ога, царь Вассанский. Эти цари были завоеваны Моисеем после того, как они выступили против него. За исключением Рамофа Галаадского, места, которым правил Бен-Гевер, это стих 13, и Маханаима, стих 14, всей землей Галаадовой правил Гевер. Бен-Гевер был сыном Гевера. Он был в состоянии управлять всем Галаадом, а также более чем 60 крупными городами-крепостями со стенами и медными затворами. Мы должны стать людьми, которых Бог будет использовать. Первый район в этой главе – земля на горе Ефремовой. Она была наполнена железными колесницами, но неплодородна. Тем не менее, народ восстановил землю и сделал ее плодоносной. Мы всегда должны иметь веру, чтобы руководить и управлять тем, что нам поручено. Сын прозорливца Гидо в Маханаиме был благословлен. Ахамаас, сын первосвященника Садока, стал зятем Соломона. Сын Садока был в благословении. Сын Хушая также был благословлен. Мы сегодня должны быть как Гидо, Садок и Хушая. Сначала нужно искать Царство Божьего и правды Его, как делают они. Господь может дать нам благословения, какие дал Соломону. Стихи с 20 по 28 говорят об израильской государственной власти и жизни в Израиле. Они повествуют о состоянии нации. Во времена Соломона этот народ достиг пика своей силы и был сильнее, чем когда-либо за всю историю Израиля. Его территория в то время значительно расширилась. Люди наслаждались миром и были в безопасности. Соломон покорил многих царей близ Израиля.
Люди жили мирно, и его народ был оснащен военной мощью. Люди слушали Слово Божье. Как написано в стихе 20, народ Иудеи и Израиля был столь же многочислен, как песок на берегу моря. В книге Бытие, 15 главе, 5 стихе и в 22 главе, 17 стихе Бог обещал, что израильтяне будут так же многочисленны, как звезды в небе и песок на берегу моря, и обещание было исполнено. Мы можем видеть в 21 стихе, что территория страны была огромной. Бог на севере дал Соломону территорию вплоть до Евфрата, на западе – до земли филистимлян, на юге – на всем протяжении Нила. Господь дает такие благословения тем, кто верой и правдой служит Ему. Он приносит благословения и духовные, и физические. Таким образом, многие цари выплачивали дань царю Соломону. Это было еще одно исполнение обещанного Слова Божьего. Подобно тому, как Всевышний обещал Аврааму в книге Бытие в 15 главе в 18 стихе, обещание было выполнено во времена Соломона. На северной границе был Евфрат, на западе – земля филистимлян, а на юге – река Нил. Это был совершенный народ. Люди умножались, как и обещал Бог. Также было исполнено обещание о территории страны. Ничто из Божьих слов не потрачено впустую. Наш духовный мир также должен расширяться. Он должен увеличиваться. Это то, чего хочет Господь. Как мы можем расширить наш духовный мир? Книга Иисуса Навина, 1 глава, 3 и 4 стих говорят нам, что мы должны встать на землю, которую дает Бог. Нужно стоять в вере. Необходимо поставить наши ноги на горах, идти в Ливан или пустыню. Наш духовный мир расширяет области тех вещей, которым мы должны подчиняться. Каков был стиль жизни царя Соломона и его народа? Стихи 20 и 25 говорят об образе жизни людей. Как написано в стихе 20, они ели, пили и были счастливы. Жили без забот и в изобилии. Благодаря царю Соломону они жили богато во всех аспектах своей жизни. Стих 25
говорит нам, что они жили в безопасности под своим виноградником и смоковницами. Их собственная смоковница и виноградник показывают, что они выращивали и ели то, что собирали. Мир веры полон покоя и радости. Мир отдыха – это наш мир веры. В то же время это символизирует тысячелетнее царство и Царство Небесное. Место, где обитает Христос, Царь мира, это место, наполненное миром. Наш Господь дает покой, позволяет нам есть, пить и наслаждаться. Живем ли мы в коттедже или дворце, везде служим Господу небес. Все израильтяне от Дана до Версавии жили мирно. Время царя Соломона исторически было периодом пророчеств, которые исполнились. Другие пророчества, которым еще предстоит произойти, будут исполнены и для нас. Пророчество Михея в 4 главе, 4 стихе будет выполнено во время тысячелетнего царства. Книга Захарии, 3 глава, 10 стих. Откровение, 21 глава, 23 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. В них сказано, что для нас приготовлено такое чудесное царство. Это благословение. Мы обречены на то, чтобы быть благословленными. Если мы станем праведными в своем характере, будем участвовать в славе Царства, которое Бог приготовил для нас. Стихи 22 и 23 описывают жизнь царя Соломона и внутренний порядок во дворце. Сказано, что ежедневный провиант Соломона составлял 30 коров пшеничной муки и 60 коров другой муки. Его основным продовольствием была мука. Один гомер составляет около 230 литров. Один кор вмещает около одного гомера. В то время было два вида муки – пшеничная и мука крупного помола. Мука тонкого помола считается лучшей. Крупный помол не освобождал муку от зерновой оболочки. Во времена Соломона многие люди пользовались хлебом из цельной пшеницы. Их больше интересовала еда для здоровья, а не для вкуса. Общее количество муки в рационе Соломона – было 90 коров. Сегодня это около 20 тонн.
Этого достаточно, чтобы накормить по крайней мере 14 тысяч человек. Вполне возможно, что тех, кто ел с Соломоном, было приблизительно такое количество. Бог очень благословил его в этом. Стих 23 говорит о ежедневном обеспечении мясом. В пищу употреблялось 10 откормленных в стойле волов и 20 голов, пасущихся на пастбище. В то время использовались натуральные продукты. Также ежедневный рацион царского дворца включал 100 овец, коз, оленей, газелей, серн и откормленных птиц. Они не ели только углеводы, но также употребляли много белка. Это было возможным, потому что 12 районных приставников обеспечивали царя каждый месяц. Стих 24 дает нам ключ к такому процветанию. В нем говорится, что Соломон правил от Ипсаха до Газы. Для этого нужно быть хорошим правителем. Творец в Эдемском саду дал человеку власть править и властвовать. Это Божья заповедь. Господь дает нам много благословений, когда мы управляем. Правильное владение приводит к хорошему обеспечению. Во второй книге Паралипоменон, в 9 главе, в 26 и 28 стихе сказано, что Соломон разрастил кедр в таком же количестве, как платана фиговые деревья. Когда мы верно служим Богу, Он позволяет нам кушать, иметь излишки и быть удовлетворенным. В стихах с 26 по 28 говорится о национальной и военной мощи царя Соломона. У него было 40 тысяч колесниц, 12 тысяч лошадей. Стих 28 показывает, что они выращивали достойных лошадей. Бог позволил военной нации стать очень мощной и крепкой. Тем не менее, во второй книге Паралипоменон, в 9 главе, в 25 стихе написано, что у царя было 4000 колесниц. Число увеличено в 10 раз. Мы можем объяснить это двумя способами. Во-первых, 4000 – это колесницы, которые были в Иерусалиме. А 40000 относится к колесницам, которые были во всей стране. Во-вторых, каждая колесница состояла из 10 лошадей.
Таким образом, было 4000 колесниц, а лошадей насчитывалось 40 000. Израиль был настолько богат, что лошадей кормили ячменем. Тем не менее, истинные благословения не касаются только материальных вещей. Духовные и душевные вещи – настоящие истинные благословения. Когда мы служим Иисусу со всем своим сердцем, мы получаем духовные благословения. Стихи с 29 по 34 говорят о мудрости Соломона. Такой, как у Соломона, мудрости не было ни у кого до него и никогда не будет в будущем. 29 стих описывает мудрость трех видов, которую Бог ему дал. Мудрость, великий разум и обширный ум. Все эти три разновидности мудрости исходят от Бога. Во-первых, Господь дал Соломону премудрость. Это относится к земной мудрости, которая отличает добро от зла. Эта мудрость различает вещи, которые делать приемлемо, а которые неразумно. Во-вторых, Бог дал ему большое понимание. Это было глубокое разумение вещей и событий. В-третьих, Господь наделил его широтой понимания. Это умственное соображение и щедрое сердце. Соломон был с пониманием и квалифицированным знанием во всех областях. Стихи 30 и 31 говорят нам, что его мудрость была наибольшая среди всех людей на Востоке и в Египте. Стих 31 перечисляет имена. Ефан – езрахитянин. Еман. Халкол. Идарда. Сыновья Махола. Соломон был мудрее их всех. Первая книга Паралипоменон, 2 глава, с 4 по 6 стих описывают 5 сыновей Зары. Они являются потомками Иуды. Сыновья Зары были мудрецами. Подобно этому, Бог дает превосходство тем, кто верит в Иисуса. Стихи с 32 по 34 говорят о широте мудрости Соломона. Он произнес 3000 притчей, а количество его песен – 1005. Стих 33 показывает диапазон тем для его пословиц. Растительная жизнь, животные, птицы, пресмыкающиеся и рыбы.
Это отличается от современной биологии или ботаники и не означает, что Соломон знал все характеристики животных и растений. Но используя их в качестве иллюстраций, он преподносил людям моральное и духовное учение. На этом мы завершим лекцию по второй и третьей книгам царств. Большое спасибо.